В Беларуси растет число случаев заражения коронавирусом и гриппом. В реанимационных отделениях 80% тех, кто не сделал антиковидный укол. В зоне риска беременные, пожилые, дети, а также люди с хроническими заболеваниями. По-прежнему один из эффективных способов защиты – вакцинация. В Беларуси на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Порывы достигнут 20 метров в секунду. Столбик термометра не поднимется выше плюс 11. В пятницу ночью и утром прогнозируется слабый туман. Ждать тепла не стоит. Дальше температура будет только понижаться. В Бобруйске отмечается рост подростковой преступности. Только с начала года 25 уголовных дел, на 8 больше по сравнению с прошлым. Зафиксировано 500 административных правонарушений. Свыше 260 несовершеннолетних и 60 родителей находятся на постоянном контроле. В сети появилось видео, на котором в Бобруйске водитель Audi A4 во время обгона пересек двойную сплошную и выехал на встречку. К административной ответственности привлекли жителя района. Мужчине грозит лишение прав сроком до года и штраф до 320 рублей. В Бобруйске отметят 200-летие со дня основания собора Александра Невского. Его восстановление началось еще несколько лет назад. Божественная литургия и трапеза запланированы на 5 ноября. Песнопение исполнит мужской хор Минского Всехсвятского храма. Адрес: улица Теодора Нарбута, 14.